Знаете, как все работы хороши, выбирай на вкус. Поэтому в этом смысле у нас так много секций, на самом деле. Конечно, где-то их не хватает, где-то не хватает зарплат педагогам, физрукам, специалистам в области физической культуры. Тоже работа здесь ведется, государство, работа достаточно большая. Но я не вправе ничего советовать. Дело вкуса, и каждый выбирает самый по себе. Хочешь олимпийские виды спорта, хочешь не олимпийские виды спорта. Поэтому в этом смысле у нас пространств для маневра такого спортивного для бабушек и дедушек, для родителей много. Поэтому занимайтесь чем хотите. Самое главное, занимайтесь спортом или физической культурой. Физическая культура является частью общей культуры человечества. Это очень важно, друзья.